Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, а точнее в новую серию рубрики без модов, где сегодня вместе с вами только с помощью одной команды мы будем делать живые предметы, живые декорации в Майнкрафте. Что это означает? Мы будем делать анимацию предметов в Майнкрафте. Только представьте, у вас будет работающий вентилятор, который крутится, и многое другое, и это все, ребята, только с помощью одной команды. Какой? Я вам покажу в этой серии. Ну, стоять. Если вам понравится это видео, я буду рад, если вы забабахаете большущий палец вверх. Вот прям вот такой, только еще больше, ребята. Потому что каждый ваш лайк для меня очень важен. Это очень просто. Всего лишь одна секунда, чтобы поставить палец вверх, ребята. Для меня это будет очень приятно. Я вам обещаю то, что если мы с вами сможем набрать 2500 лайков, я буду больше записывать серии с рубрикой без модов. А точнее, завтра будет новая серия, если вы этого, конечно, хотите. Также, ребята, подписывайтесь на мой канал, потому что каждый подписчик для меня как друг, честное слово. И можете рассказать про это видео своим друзьям, скинуть им ссылочку. И также сделать репост на своей странице ВКонтакте, чтобы больше людей узнало, как же нам сделать реальную анимацию предметов в Майнкрафте. И в первую очередь, что нам нужно сделать? Нам нужно выдать себе командный блок, который выдается с помощью вот такой команды. И больше меня не нужно троллить и спрашивать: «Эдисон, как выдать себе командный блок?» Вот так выдать его себе. Выдаем и ставим его, ребята, на землю. После этого вписываемся команду, которая уже находится в описании. Я никогда не выпрашиваю лайки своих подписчиков, как делают это многие ютуберы, мол, наберем-то там миллион лайков, я выпущу эту команду в описании. Нет, ребята, я уже специально для вас нашел эту команду и уже ее выставил в описании. Заходите, копируйте на здоровье. Сейчас, ребята, пишем тут всегда активно, вот так. И нажимаем готово. Для того, чтобы нам больше не требовалось никакого редстона для установки вот этой махины. Ждем, пока она полностью установится. Все готово. И сейчас, ребята, пишем сюда set world spawn. А если вы, конечно, это хотите, чтобы у вас эта команда работала в любой точке вашего мира и больше не лагала. Тут вы можете включить и выключить команду. То есть как вам угодно, и сюда, ребята, вы можете нажать для того, чтобы узнать, какие рецепты вам нужны для того, чтобы скрафтить реальные предметы, у которых будет анимация, они будут крутиться, двигаться и многое другое. Сейчас, ребята, я уже приготовил тут квартирку, которая пустая, мы только что переехали, и нам нужны, ребята, предметы, нам нужна какая-то мебель для того, чтобы оживить вот эту квартирку. И сейчас, ребята, мы этим будем заниматься. В первую очередь нам нужно сделать... Я вам покажу, что нужно сделать. Допустим, вы учитель или ваши родители учителя. Что нам нужно сделать? Ну, или вы просто любите нашу планету. Давайте, ребята, я вам покажу. Выкидываем один заборчик и также один листочек бумаги. Мы это все выкидываем и смотрите, что у нас получается. У нас получается рабочий глобус. Он двигается. Он... Смотрите, ребята, это просто офигеть. Вот представьте, если вы будете ходить дома, а у вас будет анимация работающего глобуса у вас на столе. Разве это не прикольно смотреть так на свою планету и видеть, как она крутится у вас на рабочем столе? Прийти, сесть сюда и просто наслаждаться. Следующий предмет. Что это у нас такое? Это, ребята, столик с книжкой. Столик писателя. Мы выкидываем одну книжку и также две глины. Вот именно вот эти, ребята. Выкидываем на землю, и у нас получается столик. Если мы его поставим куда-то сюда в уголочек, то он будет выглядеть вот так. Столик с анимацией книжки, как прям зачаровальня что-то напоминает. И также тут есть перышко. Если вы совместите два столика, то они, как я уже сказал, совместятся. И в принципе тут у нас будут две книжечки, которые также будут за вами двигаться, будут смотреть в том направлении, куда вы идете. Также вы можете просто сесть вот тут в уголочку, сесть и читать книжечки за столом. И это, ребята, очень даже круто. Вы, в принципе, также можете делать намного больше столов, сколько вам, ребята, только удобно. Хоть даже вот столько, семейный стол. Это круто, ребята, да. Но это еще не все, потому что у нас есть следующий предмет. А что это такое? Ребята, выкидываем три черных баннера и три поршня. И у нас появляется вентилятор. Вентилятор на потолке. Офигеть. Мы можем поставить вот сюда. Мы можем поставить вот сюда. А можем даже два поставить. И у вас в вашем доме будет действительно рабочий вентилятор, который будет крутиться. И что самое главное, в вашем доме всегда будет свежий воздух, ребята. И разве это не круто видеть вот такое у себя дома? Это прям прелесть, вот честное слово, ребята. Но на этом мы не будем останавливаться, потому что у нас есть еще два предмета, которые мы с вами сможем рассмотреть. Следующий предмет — это
Допустим, если вы любите, любите погонять мячик, или если у вас есть уже там дети, допустим, то вы можете подарить своему сыночку, конечно же, ребята, мяч. Мяч! Вот смотрите, поставим мы один мяч, ну, куда-то, главное, возле стекла не ставить, ну, давайте хотя бы куда-то вот сюда. Рабочий мяч, который будет вот так прыгать. Он никогда не остановится, это действительно мяч, он просто прыгает. Но это еще не все, как я вроде не сказал, но он крафтится с одного блока, с одного слайм-блока и также с одной частицы слайма. Это очень просто. Но это еще не все. Я уверен на все 100%, что об таком мяче мечтал целый мир. Вот все люди, которые живут на нашей планете, мечтали о таком мяче. Почему? Потому что если мы его копнем, а мы его можем копнуть, да, если мы будем бежать на него, то мы его копнем, и он сам вернется на место, откуда мы его копнули. То есть мы копаем, и он возвращается на место. Офигеть. К сожалению, вы можете заспавнить только один мяч. Как вы видите, если я спавню еще один, то нам пишет то, что только один мяч разрешен. Если мы сломаем блок под ним, то мяч нам вернется обратно. И я уже, как вы видели, наверное, на начале видео, я построил там площадку для футбола. И разве это не круто? Играть в футбол с мячом, вы копкаете ворота, куда он полетел? Нет, не туда, вот туда. Мне вот туда нужно. Вот. Нет, не воздух мне нужно, а вот туда, я сказал. Вот туда. Так, вот. Ну, немного он так полетел, но все же. Еще немного полетел. Давай, да-да-да-да, гол, о, нет, прям мазила, прям нафиг наши футболисты. Так, ладно, не будем о футболе, но все же, ребята, вы можете забить вот так гол, нет, опять промазал. Но он всегда, то есть этот мяч всегда будет возвращаться на свое место, оттуда, откуда вы его ударили. Офигеть, ребята, мяч, который сам возвращается к вашим ногам, разве это не круто? И это, да, это еще одно украшение, украшение с анимацией, вы можете добавить в ваш мир Майнкрафта. Эта версия, кстати, 1.9.2. Команда работает только на вот таких версиях от 1.9. Ниже не работает. И, ребята, у нас будет последний предмет. Это также что-то похожее на глобус, но круче. Это, можно сказать, наша солнечная система, которая также будет вращаться. Давайте, ребята, мы посмотрим. Если мы выкинем один блок грязи, один блок эндстона, то есть эндермира, и один незерек, то у нас получится наша солнечная система. Если мы, допустим, ее поставим также на наш стол, где уже стоит один глобус, то, как вы видите, она действительно будет вращаться. Да, мы можем предположить то, что это различные планеты, спутники и многое другое. Я, если честно, не знаю, что и как тут, но это что-то напоминает какую-то солнечную систему. Да, все вращается вокруг тут Солнца. Оно очень, если честно, маленькое, но все же, ребята, и это действительно круто. Вы можете иметь в своем доме работающий вентилятор, куча свежего воздуха в вашем доме. Также новый стол, на котором будет также живые книжечки. Вы можете иметь дома, я уже про работающий глобус сказал, нет, если нет, то вот работающий глобус. Также мяч, который вы можете пинать в любом направлении, хоть куда, и он будет всегда возвращаться на свое место. Просто хотите, о, твою мать, нервы выпустить, о, пар выпустить, пнули и ушли с дома, куда вам там нужно. И вернулись, и мяч всегда будет вот тут, и что самое главное, вы никогда не сможете сломать стекла вот этим мячом. Также, ребята, у вас, конечно же, может быть прям солнечная система у вас на столе, вы можете просто-напросто присесть, тут сделать также еще один компьютер с другой командой, да, у вас тут будет компьютер, мышка, клавиатура, рядом глобус и солнечная система, свежий воздух, ребенок, играющий с мячиком, и также друзья за столом. И это, ребята, очень-очень круто. Я очень надеюсь, что вам понравилась эта серия и эта команда. Команда уже есть в описании, ребята. Если вы хотите видеть новую серию рубрики «Без модов» завтра, поставьте большой палец вверх. Я вам обещаю, если мы с вами наберем 2500 лайков на вот этой серии, то завтра я выпущу новую серию с рубрикой «Без модов», где мы также будем рассматривать что-то другое, новенькое, еще намного интереснее. Это всего лишь одна секунда, ребята. Вы мне очень сделаете приятно, если вы потратите всего лишь одну секунду на меня. Будет очень приятно, я вам честно говорю. Также, ребята, подписывайтесь на мой канал, потому что каждый подписчик для меня как друг. Можете также рассказать об этом видео своим друзьям, чтобы они зашли, также посмотрели. Можете также сделать репост у себя на
странице ВКонтакте, если вам, конечно, не лень. Также можете написать комментарий, я все комментарии читаю и также на некоторые отвечаю. Ребята, большое спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Вот ты, приходи на мой канал завтра, потому что завтра будет новое видео. Видео выходит каждый день, и я каждый день, ребята, вас жду. Приходите, не стесняйтесь. Еще раз, ребята, большое спасибо вам за просмотр. Всем удачи и всем пока.